Всем привет! Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам необычную фотографию их сына Вагана. На снимке девушка играет с ребенком в парке. Мама одета в женственное платье небесного цвета длины миди и соломенную шляпку. Она высоко подкидывает ребенка вверх на фоне цветущей зелени. Подписчики восхитились красоте кадра. Многие признались, что не сразу поняли, что это фотография. Фото в парке напоминает мне о живописи импрессионистов. Я подумала, что рисунок как будто из сказочной книги кадр – это картина или фото. Написали восхищенные пользователи сети. Напомним, что 75-летний Евгений Петросян был женат 5 раз. Кроме сына Вагана, родившегося в 2020 году, у него есть дочь от первого брака, которой сейчас 52 года. Отметим, что в День Победы Татьяна Брухунова впервые показала видео с наследником. Девушка запечатлела себя во время игры с сыном. Полностью лица Вагана поклонникам рассмотреть не удалось, зато они наконец услышали, как звонко смеется наследник Петросяна. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!